них там щитовая. Эта вода стоит за домами, она подтапливает щитовую, то есть электричество там вырубается, и вот эти дома стоят без освещения. Более 2 месяцев здесь борются с подтоплением. Вода стекает в подвалы жилого комплекса. Жители обратились за помощью к депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову. Своими собственными глазами посмотрели, действительно представляет угрозу для энергообеспечения, электрообеспечения в первую очередь, всего жилищного комплекса, поскольку щиты управления электроэнергией находятся в подвальном помещении, где вода в эту зиму поднималась до 1,5 метров. Это, конечно, недопустимо ни с какой точки зрения, и надо самым внимательным образом в этом разобраться. Обеспечить безопасный доступ к паркам – второй вопрос. По словам парламентария, важно благоустроить территорию таким образом, чтобы семьи могли комфортно добираться до зон активного отдыха. Депутат также пообщался с жителями Новой Трехгорки по поводу благоустройства детской площадки. Сейчас уже данный проект утвержден, всеми одобрен. В конце июня месяца ожидаются торги, в июле работа. Я надеюсь, что к концу июля, в начале августа мы сюда еще раз вернемся для того, чтобы принять работу. Эта детская площадка будет самой большой в микрорайоне. Места для игр должно хватить всем. Микрорайон Новая Трехгорка густонаселенный, и преобладающее количество населения здесь – это молодые семьи с детьми. И данная площадка, она очень востребована в связи с тем, что вблизи с ней расположена школа. И когда заканчиваются уроки, как мы все раньше, будучи маленькими, бежим на детскую площадку ближайшую, играем. Жители приняли активное участие в подготовке проекта. Уже совсем скоро дети микрорайона будут играть на новой, безопасной и прекрасно оборудованной площадке. Эмилия Аракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».